Всем привет! Вы знаете, компания Dudge не перестает меня удивлять. Я уже привык к разным защищенным смартфонам, которые с виду бывает не отличишь от обычных. Но защищенный камерафон я не ожидал увидеть. Это новый камерафон Dudge DK10. И уже все обратили внимание на это технологическое совершенство. Девайс обладает надежностью, высокой производительностью, удивительной зарядкой и превосходными камерами, сопоставимыми с цифровыми фотоаппаратами. Прочный смартфон оснащен 6,67-дюймовым дисплеем 2K AMOLED с разрешением 2400 на 1080 пикселей. Яркость более 1500 нит позволяет изображению не терять видимость при прямых лучах солнца. Этот дисплей обладает частотой в 120 Гц и защитой Corning Gorilla Glass, что делает его прочным и надежным. Интересно, что в данном телефоне используется дисплей с отверстием, что представляет собой приятные отличия от предыдущих моделей Dudge с каплевидным вырезом, что вероятно будет встречено с большим одобрением со стороны поклонников. Корпус Dudge DK10 изготовлен с применением кевлара и, как утверждает производитель, не скользит в руках благодаря специальному покрытию. И так как это защищенный смартфон, он соответствует стандартам IP68, IP69K и MIL STD810H. То есть влагозащита, водозащита, он пылезащищенный и ударопрочный. При такой защите весить смарт будет 305 грамм. DK10 работает на мощном 8-ядерном процессоре Dimensity 8020 5G с тактовой частотой 2,6 ГГц. Dimensity 8020 – мечта для геймеров, поэтому производители преподнесли настоящий подарок. Этот процессор может конкурировать даже с компьютерными аналогами благодаря потрясающей чистоте кадров в играх с высокими требованиями. Наличие 32 ГБ оперативной памяти – сказка, которая выражается в шикарной многозадачности. Гаджет можно использовать как переносной носитель благодаря 512 ГБ внутренней памяти, и такое хранилище способствует, чтобы навсегда забыть о проблеме с нехваткой места. Графический процессор Mali-G77 MP9. А вот и главная изюминка устройства – это его камеры. Смартфон оснащен мощными основными объективами, включая 50-мегапиксельный основной сенсор Samsung GN1 с гибридной стабилизацией, широкоугольный объектив также на 50 мегапикселей и 64-мегапиксельный телеобъектив с трехкратным оптическим зумом и 16-мегапиксельный датчик ночного видения. Снимки даже в условиях ночного освещения богаты деталями и отличаются естественной передачей цветов. Они поддерживают свой уровень, когда доходит дело до задач профессионального уровня. Питает эту махину аккумулятор в 5150 мАч, в комплекте к которому идет зарядное устройство с мощностью в 120 Вт, которое обеспечивает грандиозную скорость зарядки аккумулятора мобильного устройства. При нормальном использовании новинки заряжать ее нужно будет как обычный смартфон, ну раз в день. Но вот время самой зарядки будет намного быстрее. Также не забыли и про звук. В DK10 установлена звуковая система с мощными стереодинамиками, четкими басами и ровной частотной характеристикой, что обеспечивает качественный звук. А наличие NFC для бесконтактных платежей, высококачественная фронтальная камера на 50 мегапикселей и конкурентная цена делают этот смартфон привлекательным выбором для широкого круга потребителей. Работает система на 13-м андроиде. Если вас заинтересовал Dudge DK10, то в описании, помимо ссылки на сам гаджет, вас еще ждет и промокод со скидкой в $30. А также обязательно напишите, что вы думаете про этот камерафон. Были у вас смартфоны с подобными камерами и как вам они? Я уверен, картинки должны быть просто крутыми. Я, по крайней мере, пофоткал бы и протестировал бы это устройство. Ставьте палец вверх за мою работу и смотрите другие мои ролики. Недавно, кстати, у меня вышел обзор на достойный планшет. Рекомендую глянуть. Спасибо за просмотр. Скоро увидимся. Пока-пока.